По этой дороге в деревню Шатовка ежедневно ездят сотни, а то и тысячи автомобилистов. Авеню между селами требовала ремонта десятилетиями. Дорога сделана. Насколько качественно, проверяют специалисты областного управления автомобильных дорог. Было сделано фрезерование, укладка нижнего слоя, устройство покрытия щема. Также нанесена горизонтальная разметка термопластика. Дорогу от Арзамаса до Починок и подъезд в деревне Шатовка начали обустраивать месяц назад. Сейчас оба объекта готовы. Работы велись по национальному проекту «Безопасные качественные автодороги». Одна подрядная организация делает сразу несколько объектов в районе. В Арзамасском районе выполнен на данный момент уже ремонт дорог. Подъезд село Протопоповка, Марьевка, Веригина, Вторуская. Вот эта дорога, выездную Дивеево-Сатис. И в Ардатском районе мы выполняли ремонт подъезда селу Котовка и Круглого. Одна из работниц подрядной организации Зинаида Леонтьева в дорожном строительстве с 80-х годов. Она выполняет функцию начальника отдела техконтроля. Это значит, что внутри фирмы ведется учет качества асфальта и других материалов, необходимых для строительства дороги. У нас есть дефектная ведомость, которую нам дает заказчик. И по этой дефектной ведомости мы работаем. Там уже все заложено, что у нас на розлив идет эмульсия БК-1, нижний слой покрытия, верхний слой покрытия. И мы выполняем согласно ГОСТу. Региональная ремонтная компания в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на текущий год включает в себя 195 участков общей протяженностью почти 900 километров. Олег Лавров и Владимир Гайдай. Время новостей.